Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию, необычную новую серию. Это рубрика без модов, но это необычная рубрика. Сегодня мы будем делать протез, сегодня мы с вами, ребята, будем устраивать акцию в честь того, что мы против курения. Замечательный зарубежный ютубер создал эту крутую команду, я не выдаю ее за свою, она не моя, ребята, я просто решил с вами поделиться. В этой серии мы будем устраивать акцию, мы будем рассматривать, почему курение действительно вредит вам. Вашему здоровью, и мы посмотрим, насколько оно вредит. И, ребята, действительно это так. Это мы рассмотрим чуть позже. Я буду рад, если поставите лайк, ребята. 2000 лайков наберем, я сразу же выпущу новую серию. Неважно какую, неважно какую рубрику. Я могу выпустить даже 3 видео в день специально для вас, мои дорогие подписчики, потому что я всех вас люблю. Поэтому просто не поленитесь, поставьте лайк, если хотите видеть больше видео со мной каждый день и как можно больше. Я, ребята, действительно буду очень этому рад от всей моей души. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. И, ребята, самое главное, делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репосты в социальных сетях, ВКонтакте и многое другое, потому что это важно, ребята. Нужно запомнить то, что это очень вредная привычка, и кто этим сейчас занимается, я попробую вам объяснить то, что, ребята, это плохо. И давайте мы в первую очередь, конечно же, рассмотрим, как же нам установить эту команду, чтобы она работала в вашем мире Майнкрафта. Это версия, ребята, 1.9.2, то есть одна из самых новых версий Майнкрафта, ребята. И сейчас давайте мы быстренько рассмотрим, как установить эту команду, и потом мы посмотрим, что же она делает и почему, ребята, мы против курения. Пишите в комментарии хэштег «Мы против курения». Для того, ребята, чтобы этот хэштег выбился в люди, и мы все же действительно поняли то, что курение — это очень плохо, ребята. Давайте включим гейммод в первую очередь, чтобы мы смогли зайти в наш командный блок. Впишем команду. Команда уже находится в описании, ребята. Заходите, копируйте ее, и также можете попытаться ее вставить в ваш ваниль мир Майнкрафта, потому что она добавляет сигареты в ваш мир Майнкрафта, ребята. Да, пишем вот тут всегда активный, для того, чтобы команда работала всегда. Также, ребята, сейчас мы тут напишем рядом с ней set world spawn, для того, чтобы она работала в любой точке вашего мира и чтобы просто-напросто не лагала. Команда успешно была установлена, и сейчас, ребята, мы посмотрим, что же такое курение. Допустим, каждый день вы приходите в магазин, вас тут встречает очень носатый человек, который предлагает вам купить сигареты. Конечно же, ребята, кто сейчас курит, может, с вас есть такие, кто курит, может, кто-то задумывался об этом, может, кто-то в будущем будет думать, что курение — это круто, но вспомните старика Эдисона, ребята, и задумайтесь, то, что это не круто, потому что каждый день вы будете тратить деньги, каждый день вы будете приходить и каждый день вы будете покупать сигареты. Сейчас я вам даже покажу, как крафтить эти сигареты. Вы платите, вы покупаете. Допустим, мы заплатили, мы купили, мы выкинули и мы получили сигарету. Вы думаете то, что вы крутые, потому что вы курите, но вы не задумываетесь то, что вы пришли, купили, потратили деньги, закурились, и это вам ничего не даст. Это только ухудшит ваше здоровье. Допустим, мы сейчас крутые, у нас есть сигарета. Многие школьники, не школота, ребята, не путайте, школьники, которые учатся в школе, думают, что они крутые, потому что они курят. Вы думаете то, что вы курите, да, вот, вы курите. Сейчас мы курим, потому что я нажимаю правую кнопку. Вы курите. Все, вы покурили, вы очень крутые, вы чувствуете себя уверенным. Даже у меня в эффектах добавилась удача 3, то есть вы чувствуете себя намного удачнее. Вы очень крутой, потому что у вас в руках сигареты, и вы чувствуете то, что вы король мира, потому что курение — это круто. Но, ребята, это не так. Это совсем не так. Почему? Потому что на следующий день будет еще намного хуже. Наступает ночь, вы идете спать. Вы чувствуете то, что у вас удача и многое другое. Вы спите, да, все круто. Вы думаете то, что курение делает вас намного счастливее. Но это, ребята, не так. Потому что на следующий день, когда вы проснетесь, с каждым днем будет все намного хуже. Все намного хуже. Удача пропала, у вас появилась неудача. А как вы видите, совсем наоборот. Слабость, медленность и плохая удача. И что нужно, чтобы избавиться от этих плохих эффектов? Вам, конечно же, нужно купить еще одну сигарету. Вам нужно прийти в тот же магазин, заплатить деньги, купить еще одну сигарету, чтобы ее выкурить. Потому что только после того, как вы ее выкурите, вы почувствуете себя намного лучше. Вы покупаете еще одну сигарету, вы курите и вам нужна ваша доза никотина каждый день. Как только вы опять закурили, вы опять чувствуете себя намного лучше, потому что у вас опять получилось
а купить новую сигарету и также ее выкурить. И у вас опять удача. Но уровень вашего никотина в организме уже поднялся до 18 уровня. И с каждым днем он будет подниматься все дальше и дальше и дальше. Как вы сейчас видите, чем больше вы курите, тем сложнее вам потом будет становиться. И как видите, у нас даже здоровье уже немного упало. А вы знаете, что случится, когда оно упадет до минимума. Поэтому, ребята, вы каждый день будете приходить, вы каждый день будете тратить сюда деньги. Третий день, вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так до конца жизни. Вы будете курить, вы будете покупать. Подумайте по этому поводу. Вы отдаете свои деньги, деньги ваших родителей, но вместо этого вы покупаете, можно сказать, конечно же, сигареты, да? Но что это сигареты? Да, это материально, но вы это выкуриваете, и вам не становится лучше. Вам, наоборот, ребята, становится хуже. Намного хуже. И с каждым днем это становится намного хуже. И с каждым днем бросить курение также становится намного сложнее. Я вам расскажу правдивую историю. Историю моего отца, который курил больше, чем 30 лет. Он курил, курил, курил. Но с каждым днем сигареты становятся все дороже. Он работает, он хочет курить. Он работает, он хочет курить. Он покупает сигареты каждый день на работе, потому что на работе еще намного чаще хочется курить. И таким способом он на сигареты больше тратит деньги, чем, допустим, на какие-то коммунальные там оплаты. За счет, за воду, там бензин купить в машину, продукты домой купить и просто потратить деньги на свою семью. Он, слава богу, это вовремя понял и где-то... Полтора года назад он бросил курить. Честно скажу, он пробовал бросать с помощью всяких таблеток, пластырей и вот этой прочей херни. Ничего не помогало до тех пор, пока он окончательно не понял то, что это полная хрень. Он это понял, он это осознал в один прекрасный день, и за день он бросил курить. Хоть до этого он пытался один год бросить курить с помощью всяких таблеток и пластырей. Но в один день до него все-таки дошло то, что это очень плохо. И к большому счастью он бросил курить. Поэтому, ребята... Кто сейчас курит? Кто думает, что это круто? Кто видит то, что какие-то там старшеклассники в вашей школе курят? Ребята, никогда, никогда не делайте их своим кумиром, потому что это плохо на вас влияет. Лучше сделайте своим кумиром, я не знаю, какого-то спортсмена в вашей школе, да даже какого-то ютубера. Я не говорю о себе, но, ребята, лучше вашим кумиром будет какой-то... Более-менее нормальный человек, который не курит. Я не курю, мне 20 лет, я не курю, я не пью. Я не говорю то, что я себя считаю каким-то уникальным. Я курил и много курил. Но это было в детстве, когда мне было 12, 13, 14 лет. Даже раньше я курил, я пробовал курить, когда мне было 6-7 лет. Но все же, в конце концов, я не курю. И это плохая привычка у меня не осталась. Поэтому, ребята, я всех вас закликаю делиться этим видео со своими друзьями, писать комментарий хэштег «Мы против курения». Я, в принципе, надеюсь, то, что вам понравилось это видео, ребята. Я надеюсь, то, что вы меня поддержите, потому что это действительно плохо, ребят. Вы так будете выкидывать вот таким носатом деньги каждый день, каждый день, каждый день. Деньги ваших родителей, деньги ваши, когда вы уже пойдете на работу. И вы не будете думать, то, что когда у вас будут дети, лучше бы вы потратили эти 1000 рублей или сколько там сигареты будут стоить в будущем. 1000 рублей, чтобы купить какую-то игрушку вашему ребенку или просто купить хлеб домой, чтобы накормить вашу семью. Вместо того, чтобы купить хреновые тучи пачки сигарет, выкурить и чтобы еще наоборот укротить вашу жизнь. Ребята, подумайте об этом. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я буду рад вашему лайку, ребята. Закликайте своих друзей. Думайте сами, курить ли вам или нет. Я уже объяснил, почему это плохо. Ребята, делитесь этим видео в социальных сетях. Кидайте друзьям, чтобы мы просто знали то, что это очень плохо. Спасибо еще раз автору этой карты. Я уже назвал его имя в начале этой серии. Ребята, если вы хотите больше видео со мной, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше видео. Но если мы наберем 2500 лайков, я даю вам, ребята, всем свое слово. Завтра выйдет новая серия без каких-то отмазок. Если мы лайки наберем, а завтра почему-то серия не выйдет, я даю вам право отписаться от моего канала, потому что вы будете знать то, что я вас обманул. Но я никогда не обманываю своих подписчиков. Я вас, ребята, всех люблю. Я каждый день выпускаю по одному, по два видео. Поэтому, ребята, буду рад вашему лайку. Подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. И делитесь этим видео со своими друзьями. Ссылочка в описании. Заходите. Вы также можете скопировать эту команду и просто ее вставить в ваш мир Майнкрафта и попробовать на своей шкуре, что же это такое. Ребята, приходите на мой канал завтра, завтра выйдет новое видео. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Всем удачи, ребята, и всем пока. Да.